Всем привет, с вами Владимир Куличенко, гитарист команды Печь. И сегодня у нас с вами обзор на микро комбо-усилитель фирмы Orange, называется micro crush. У него 3 ватта мощности, 4 дюйма динамик, ширина где-то в районе 15 сантиметров. Также у него есть встроенный овердрайв, выход на наушники, который можно использовать также как выход, например, в какие-нибудь компьютерные колонки, в микшер, в музыкальный центр, там 3,5 мм. Вот, звук, собственно, будет идти уже непосредственно с колонок, будет более объемный, но каких-то там ламповых звуков, призвуков ожидать, конечно, не стоит. Вот, и сегодня у нас обзор с вами в лесу, где я, собственно, репетировал, решил записать обзор. Это отличный комбо-усилитель, чтобы брать его как раз в лес и останавливаться, и играть между сборов ягод, грибов, или просто прийти, порепетировать, как вот я сейчас, вот с гитарой. Я этот комбо-усилитель приобрел в 2014 году, вот, и уже на наши первые выезды группой я его брал, и мы репетировали в номере, или можно перед концертом прямо размяться нормально со звуком. Вот, отличный комбик для каких-то вот таких поездок. Он питается от 9. Оп, аккуратно. Там разъем, значит, на 9 вольт у нас, как обычно, при мочках, в основном обычных, боссовских. Вот. Собственно, вы можете вообще от гирлянды запитать примочка и комбо-усилитель. Либо можете, как я в данном случае, через крону. Так вот, мы вышли на улицу. На дорогу. Вот, и идем к дому. Давайте послушаем этот комбо-усилитель на чистом, на перегруженном. Чтобы получить чистый звук от него, ну, максимально чистый звук, нам нужно будет работать ручкой громкостью, то есть прибирать громкость где-то до 5-6, потому что в нашем случае ручка громкости будет использована как гейн, так как в данном комбо-усилителе у нас перегруз идет от возрастания громкости. А у оранжев это, в принципе, такая фишка, ну, в основном, да, что у них так такового не бывает вообще чистых звуков, ну, в основном на усилителях, на головах, так и не исключение вот этот маленький комбо-усилитель. Вот. Так что давайте послушаем.